Никогда бы не повесил это на нашу стену. Только посмотри, этот дикий торчащий зад совсем не прикрыт. Этот, как вы говорите, дикий зад невинен, как цветок. Могу я спросить, месье, как вы можете это знать? Я художник. Я написал эту невинность. Может, вы и рисовали невинность, но все, что я вижу, это нескромность. Нескромность, мадам, находится в вашем уме, который не может разглядеть невинность в наготе. Как грубо.